Священномученик Дмитрий родился в 1869 году в Симбирской губернии в семье священника Василия Воскресенского. Мать умерла, когда мальчику было 6 лет, и, воспитанный отцом, он решил пойти по его стопам. Окончив Симбирскую духовную семинарию, Дмитрий стал учителем церковно-приходской школы родного села, затем псаломщиком. В 1895 году рукоположен во священника. Основным местом служения отца Дмитрия было село Анастасово Курмышского уезда, что в Чувашии, в котором он был священником 26 лет, вплоть до самого ареста. В начале 30-х годов отец Дмитрий был арестован. На допросах его избивали. Да так и не добившись признания на ложное обвинение, следователи НКВД священника тогда отпустили. Но вслед за сим стали они следить за батюшкой. Приписывали ему неподъемные штрафы за незаконные свершения молебнов. Отец Дмитрий же был не из робкого десятка. Он всячески отстаивал свою правоту и продолжал служение пред Святым Престолом. Но этим он все больше навлекал на себя подлости церковно-ненавистников. В 1937 году священник Дмитрий Воскресенский был арестован. Ложных доносов на него скопилось у следователей предостаточно. На допросе все ложные обвинения отец Дмитрий отрицал с видным спокойствием. Как итог, приговорен священномученик Воскресенский к 10 годам заключения в Алаторской исправительной колонии. Спустя полгода отец Дмитрий скончался, по записи врача, от порока сердца. Похоронен он был на кладбище колонии в безымянной могиле. Мая. День памяти священномученика Дмитрия Воскресенского, пресвитера.